Всем привет! На связи Евгений Сончик и Ладоспорт Роснефть и Чемпионшип. Друзья, ну а мы продолжаем наш совместный с Ладоспорт Роснефть конкурс прогнозов. По итогам прошедшего 5-го этапа чемпионата, призеров, как и в прошлый раз, оказалось двое. Участник с ником Вот Блиц Фоксик с точным прогнозом на результат первого вопроса. И Ягуб Алиев, который правильно предугадал результат третьего вопроса. Стоит отметить, что Ягуб уже дважды был победителем конкурсного марафона. Так держать, наши поздравления. Вот и наступил тот момент, когда мы приблизились к завершению чемпионата. Отборы завершены, а это значит, что уже завтра, 1 октября, состоится финал заключительного 6-го этапа чемпионата, который пройдет на малайзийской трассе Сепанг. В прошлом году победу на этом автодроме праздновали Александр Круг во 2-м дивизионе, а также Кирилл Антонов и Павел Муконин в 1-м дивизионе. Ну посмотрим, смогут ли триумфаторы предыдущего сезона повторить свои достижения в этот раз. Предлагаю вместе со мной проследить за событиями 6-го этапа в прямом эфире на канале Лада в Ютубе и Ладоспорт Роснефть во Вконтакте. Также вы сможете наблюдать за ходом гоночных баталий от первого лица на стримах гонщиков Ладоспорт Роснефть и Рейсинг Тим Егора Огородникова и Кирилла Антонова. Ссылки будут в описании. Итак, поехали! Напишите свой прогноз на любой из трех предложенных результатов. Первое. Сколько гонщиков из обоих дивизионов суммарно смогут выехать в квалификации из времени 2:12:01? Второе. Кто стартует первым во второй гонке первого дивизиона? Ну и третье. Сколько пилотов выберут ливрею Лекар для гонки во втором дивизионе? Все результаты розыгрыша будут подведены на следующий день после гонки. Правила очень простые, но стоит о них напомнить. Первое. Участвовать в конкурсе может любой желающий. Второе. Прогноз должен быть точным и однозначным. Третье. Прогноз должен быть единственным на любой из трех предложенных результатов. Четвертое. Прогноз нужно сделать до начала гонки. При нарушении данного правила прогнозы участника не учитываются. Пятое. Вы должны быть подписаны на обе группы «Ладоспорт Роснефть» и «Рейсрум Россия» во Вконтакте. Ну и шестое. Указать свой аккаунт в любой из соцсетей для связи. Ну а тем, кто сделает это быстро и оперативно, достанутся все возможные призы и подарки от меня и команды «Ладоспорт Роснефть». Готовьтесь, анализируйте и оставляйте только один ответ на вопрос в комментариях под данным роликом. Ну и следите за гонками вместе со мной. Удачи!